20 команд в 5 различных возрастных категориях от 12 до 18 лет. Борьба не только с соперниками, но и с вязким песчаным полем, азарт и постоянная битва за мяч. Такими стали соревнования «Золотой песок» регби-клуба ЦСКА. Как признался один из организаторов, название было выбрано не случайно. Оно было связано с тем, что, естественно, песок очень красивый и золотой в городе Видное. Вот. А помимо этого, турнир сам по себе был приурочен к закрытию сезона, и тут некая аналогия с золотыми медалями, которые мы в течение всего сезона зарабатывали. Пляжный регби отличается от классического. Нет ворот, только по 5 игроков в команде, значительно меньше размер поля, упрощенный подсчет очков. Тайм длится всего 5 минут, но страсти здесь кипят не меньше, чем в классике. Жаркое солнце стало еще одним испытанием для спортсменов, но организаторы подготовили для юных бойцов приятные сюрпризы. Сегодня день хороший пляжный регби, тем более после него можно окунуться в прохладный бассейн. Играем в пляжный регби, здесь рядышком прохладный бассейн, и скоро нам принесут пиццу. Здесь очень классно. Несмотря на жесткую борьбу, атмосфера на этом празднике спорта царила дружеская. В соревнованиях «Золотой песок» приняли участие регбисты из Москвы. Ленинский округ был представлен командами из Видного и Развилки. Также приехали гости из Долгопрудного и Ступино. Всего 140 человек. Мы географически здесь все рядом. Мы сильно не делим МКАД и ЗАМКАДе. То есть мы все в одной какой-то вот такой структуре варимся. Все приезжаем друг к другу на соревнования и, ну, дружим. Регламент соревнований и система поощрений были устроены таким образом, что большинство участников получили награды. Максим Козлов, Максим Константинов, Видное ТВ.